Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И это продолжение партии за Испанию в Sid Meier's Civilization 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им большое за поддержку. А всем зрителям приятного продолжения просмотра. Ну я, видите, тут уже так открываю, чтобы быстрее выйти... Так, давайте апну 135. Подожди, у меня что-нибудь еще есть? У меня, наверное, еще арбалет вот этот, да. 75. 150. Так, давайте мы Мали продадим за 300 денег 20 угля. Мали, предложение... Так, кому-нибудь этот мрамор мне нужен? Мне нужен уголь, друг. Мне уголь не нужен. Ну его у тебя нету? Вообще нету? Да. И туда пойдешь на мою очередь. Чего тогда пойдешь? Тогда, говорю, на меня пойдешь, раз угля нет у меня. Что теперь поделать? Ну как на тебя пойду, если сейчас на меня скиф нападает? Вообще-то наоборот, у тебя угля нету, на тебя не пойдут. Ну да, или так, скорее. А что, скиф нападает? Я объявил войну или что? Ну, следующим ходом. Я могу сейчас напасть. Ну, ты кавалерию апнул, и следующим ходом будешь нападать. Так ведь? Смысл? Не знаю. А смысл? Ты кавалерию апнул. Денег у тебя много? Ну да. Ну, нормально копает. Так. В Мадриде банк. А, тут центра коммерции у меня все еще нету. Фак. Ну, центр коммерции тогда, наконец-то. Не знаю, куда этих миссионеров деть.
Один заряд надо сюда идти вырубать под... под кампус. Блин, 991 сила уже. Так это испанец может тогда дружбу? Продолжим. Испанец? Скиф. Ну, ты займешься с стеком, тогда можешь это добавить. Я не буду уже на него, я ж пообещал. Ну что? Ну, я не буду на него нападать. Я замирюсь, и он мне дань заплатит, и все. Потому что я не вижу смысла нападать, я же уже объяснил, что ты за него впрягаешься, а с другой стороны его просто захватывает Рим. Если бы ты не впрягался, тогда можно было бы воевать. Так. Промышленная зона плюс 2 здесь. Можно, кстати, будет... Или лучше вот здесь поставить тут акведук, а сюда промышленную зону будет плюс 3. Да, давайте, наверное... А вот в Барселоне, где мне... Ну, вообще в Барселоне я могу вот тут. Там будет плюс 2, получается, за счет. Ну, тогда придется на самолетах уже Мали забирать.
Блин, а можно как-то... Ацтек, предложение. Блин, Ацтек со всеми в союзе сидит. Помощь слабым. Куда там монахи воины такие жесткие? Мария, ты в какой город отправил? Работи. Так, я думаю, пока, когда в экономику можно не спешить. Давайте авиацию откроем. Ну, собственно, в алюминий пошли. Так, скифу предложение дружбы. Только просто зря усилил. Ну, я не знаю, тут, ну, я не вижу это как можно. Он, может быть, в какой-то город тут упорится, заберет. Но это такая территория именно для кавалерии, просто непроходимая, мне кажется. Так, я подпрыгаю. Идти думаю. Единственное место, где что-то затапливается, поэтому надо эту поставить. Да, надо в Рим шпиона. Кстати, а я ж вот тут могу Рурочку бахнуть вообще-то. Может, ее и бахнуть. Сначала коммерческий район, конечно. Видите, проблемы места расположения. То есть я мог воевать с ацтеками. Я думаю, что эти два города я бы точно взял. Но это означало бы упорка для ацтека. То есть ему тут больше ловить в игре было бы нечего, правильно? Он бы упарывался, точно его бы забрал Рим, с другой стороны. Потому что Рим бы просто больше не на кого нападать. И я, получается, своими действиями усиливал бы соперника другого. Вот и все. Поэтому здесь надо было останавливаться. Так, а что, где я тут решил? Здесь промышленную зону, а здесь кведук, да? А тут вырубаем, ставим промышленную зону, которая пока на плюс один. Потом тут займемся остальным всем.
Так, ну у меня до хрена миссионеров, наверное, имеет смысл обратить скифа. Так, у нас тут вообще. Или пойти ацтека, кстати, тоже вариант. Да, ацтек вообще ничем не обращен. Поехали к ацтеку. Просто у скифа есть своя религия. Случайно на самом деле в пешт нажал. Хотел проверить, где больше денег можно собрать. Блин, в Барселону надо какого-нибудь губера. Блин, жалко, нету человека на чудеса. Я бы его выкупил точно. Кстати, а вот этот ученый... Наверное, неплох, между прочим. Так, давайте я еще проверю, везде ли у нас... Так, тут святилище строится, тут строится... Гурдвары, я имею в виду, вот тут. Везде есть. Слушайте, давайте я заберу этого ученого, потому что у меня реально горы неплохие. Имеются. Кри, забери ученого. Нормально. Так, и он у меня пойдет. Вот здесь 4, да? Ну, больше, чем 4, по-моему, нету. Или где-то. Во! 4-5. Кайф. Так, куплю тут караван. И, видимо, это и это надо вырубить. Рим, я так понимаю, заберет этого инженера. 58. Он, кстати, на него читает, между прочим. Поэтому надо следить за следующим. Надеюсь, там на чудеса. Надо обращать
Ацтека, потому что это все наука. Сейчас проверишь, у меня тут все миссионеры идут куда-нибудь. Да, вот спит. Да, все. Надо обратить. Ацтека. 1040, блин, юнитов накупил. Ой, слишком много. Ну, Мали хуже всего, Мали надо будет забрать, я думаю. Да ладно, угнали. Рим построил, да? Плохо. Анкарват, кстати, хорошая штука. Так, только по соседству с акведуком, то есть вот это можно вырубить. Давайте строителя. Так, ну, наверное, надо все-таки тогда открыть авиацию. С другой стороны. Да не, надо открывать. Ну, то есть я ее никак не ускорю. Рим в авиации. Так, иду сюда для Анкарвата. Или Сарагосе, не, Валенсии давайте. А, блин, это ж не рабочий. Чем купил клетку, спрашивается. Ох, сейчас авиация как откроется. Ну, у меня радио прямо стоит сразу. Паровой двигатель прям завершен. 4 хода радио. Так, а я могу где-нибудь нацпарк вообще сделать? А, я вообще не могу их купить, потому что я не открыл, да. Так что просто идем в алюминий. А, и он уже сразу в алюминии. Или в химии, как вы думаете?
это зависит от того, что у него строится, да? Я не вижу, чтобы у него начинали слабо где-нибудь. Поэтому все-таки в алюминии. Ладно, сюда. Хотя бы плюс один будет. Кстати, у Рима на удивление мало культуры. Для Рима. Сейчас национализмом возьмем, наверное, Мокшу в Барселону. Блин, может, я зря с ним заключил дружбу. Сейчас через 10 ходов, скорее всего, на него будет Рим нападать, а я не смогу на ацтека напасть вообще никак. Так, Мокшу в Барселону. Где соседство промышленной зоны? И тут содержание юнитов. Тут плюс 4 за счет соседства. Я, наверное, все-таки здесь поставлю промышленную зону. Есть дамба. 12. Угольная 10. Ну вот, кстати, на чудеса. Но я не знаю... Сейчас какое я чудо. На какой... Анкарат, я думаю, я так построю. Там 4 хода, и у меня есть, что вырубить. Альгамбра. Кстати, интересно, Альгамбра. Маленькую сделку принял. Тут я ничего не строю, потому что для Анкарвата. Ладно, я подумаю. Строителя еще. Торговца куплю в Мадриде. Картахене.
Так, все, вроде во всех городах, кроме столицы, что-то строится. Пошли обращать и науку получать. Что мне там? Ну, на жилье понятно, гурдвара понятно. Блин, только навел на инженера, и уже кто-то купил. Мали. Я бы убил за такое. Просто снилось бы. Шесть, семь. Ну, тут и так, короче, католицизм, я думаю. А еще и построил чудо, которое я строил. Ну, понятно, Мали, понятно. Не обессудь. Человек сидит, просто всем чудеса засирает. Не обессудь, друг. А мне тут ловить нечего. Все переселили меня, отселили. Семь городов. Че еще делать? Все правильно, надо строить чудеса. Воевать я не люблю, чтобы пойти нападать. Так-то можно было давно на крип пойти, но
не любителя ПВО. Крия, у тебя скоро какой-нибудь союз, кроме военного, будет? А он тебе другое не предлагает, наверное? Через перехода. Самый лучший союз будет. Не, можем, конечно, и военный. Я сюда вел когда-то рабочего, чтобы вырубить и тут кампус поставить. Тут, конечно, на плюс 5 кампус, но я не хочу под вулкан. Ладно, давайте, наверное, сначала центр коммерции здесь. А сюда я поведу вот этого вырубить лес. Да, у меня люди негде жить, они в чудесах света живут. Че, я бы тут вот сюда вообще жалко. Может спокойно прибегать скиф и грабить мне этот. Но аэродром не надо где-то ставить. Наверное, даже вот прямо сюда и поставлю. А, подождите. Давайте мы сначала алюминий посмотрим. Опа-па. Да, мне надо ставить там город. И два алюминия у Мали. Короче, мне надо сюда город ставить. Сюда на реку поставлю, выкуплю. Так. Сколько стоит купить поселок? Просто 640, отлично. Покупаем. Скачем. Аэродром. В улучшенную авиацию выходим. Блин, тут хочется аэродром. Давайте, ладно, поставлю. Но у меня, конечно, аэродромы очень так фривольно стоят, что их можно грабить как угодно. Кстати, я сейчас 7-й район, по идее, должен построить, так что, наверное, строительную инженерию можно отложить.
все-таки он построил лабы. 321, не знаю, это вряд ли. Хотя. Жаль, проекты читает просто. Так, алюминий у него пошел. Артемида, кстати, у... Рима, ты фарусский маяк не строишь? Нет, я сейчас построил этот фонарик. А есть смысл? Я тоже хотел такой начать строить, а потом смотрю, он просто... Берет юзает инженера. А он сидит и ждет, да, типа, чет бы начать построить. Ну. Так, какой у меня город самый производственный, не считая Мадрида? Барселона. Думаю, куда мне Магнуса пересадить и взять... Вообще там Мокша уже прибыл. Прям на пшеницу поставлю и сюда. Надо, чтобы он не убил мне этого миссионера. Плюс это плюс 5 к защите. Ацтек, построй хотя бы стены в Тлакопане Теотиуакане. Да какая разница, мы все равно через самолеты заберет. Ну не за один ход он это хотя бы делать будет. Ну, в ближайший кадр 10. Ух ты, и тут разлив произошел. Неожиданно. Сварил производство, думал, кого-то, ну, Амани в любом случае надо взять, чтобы уже во всех
Вопрос только в Бильбао или в Сарагосу. Наверное, все-таки в Бильбао. Понимаю, чудеса ты настроил, а вот построить дамбу ты не можешь. Прикольно. Да, дамбу там негде поставить. Поздно спохватил. Сорок три науки от Веры. Я поставил правительственную площадь и вообще никак ромашку не использую. Кайф. Это я молодец. Давайте сюда театральную смотреть и сюда. Из Кордовы и Толедо. Так. Корпуса у меня все. Я имею в виду, конкистадоры все в корпусах. Корпус, корпус. Нет, у меня еще два есть, отлично. Так, нам бы сразу купить рабочего там 340. Нет, давайте тогда мы вот тут его построим за один ход, я надеюсь. Мне надо сразу алюминий обрабатывать будет. Мне кажется, рационализм у меня должен неплохо так добавить науки. У меня очень много компусов на плюс 4 и больше. Ну, у Рима наука, он читает. Магисты Мали, походу, закончились. Походу? А, блин, у нас же запрещено. По поводу чудес это, что ли? Угу. Да там и строить нечего.
Фига себе. Хорошо. С поселом ничего не произошло. Так, ну что, всех миссионеров я использовал. Последний. Да? А, нет, еще где-то. Во. Так, ну вернемся в столицу, видимо. У этого сколько распространения? 2. Или Тлакопану лучше. За религия. О, самолетики полетели. Вот и бомбардировщик. А сколько у меня еще союз? Дружба, точнее, 14. Ну, я ошибся, дружбу заключив с ацтеком. Сначала заключил, а потом подумал о том, что его Рим будет забирать. Теперь только вариант Мали забирать получается. Что, до сих пор 2 банка не построил? У меня 296 стырил. Ну не знаю, давайте тогда ацтеку военный союз предлагать. Ацтека, у тебя военный союз с Римом, да? С мной. А с кем? Со скептом. А ты дружбу с Римом заключил, да? Ну, да. Зачем? Он предложил, я заключу. Понятно. А чё, чем я ему помогу? Военным союзом? Ну, хотя бы плюс 5. Ну, блин. Он заканчивается следующим ходом. Если хочешь, можешь предложить ему военный союз. Окей. Шел в темный век. Ну, корпус вряд ли там будут. Умолись. Хотя, может, я... Не, ладно, давайте пульс паровой машины. Может, купить все-таки тут рабочего быстрее будет. Фабрика. Угольная 6. Ну, кстати, я думаю, что это мало, поэтому можно и не строить. Так, давайте скрип попробуем. Союз.
Как-то мне надо с кем-то союзиться, когда я с Мали буду Ух ты, Балуня отваливается из-за темного века. Ну, прилично так. Ну, из Валенсии, наверное, перебросим. Валенсия вроде не должна отвалиться, потому что там тоже темный век. У. Ну, да. Держится. Отремонтировать в Балуне давайте. В Барселоне строят.
Три мушкетера — это три линейных этих. Но я их не открыл. Может, мне все-таки в них выйти и построить? Вот этих линейных пехотинцев. Но это 4 хода. Я стандартизацию быстрее открою. Ну, мне надо Мали забирать, потому что у него 2 ресурса алюминия. Пять ходов. Должен быть уже бомбардировщик. 2 бомбардировщика надо. Ацтек где у нас? То есть ацтек вот тут. Нет, подождите, вот тут у нас скиф. Испанец, войну готовишься на меня? Смотрю, там уже армии корпуса создал. Так ты же сказал забирать тебе, раз у тебя нет угля. А сколько у нас будет идти этот, как его, дружба? Не знаю. Ты можешь сам посмотреть. Так тут где-то. А какая мощь у корпуса конкистадора? 68. Нормально. Заканчивайте ход, кто здесь, я поставлю так. Вообще можно было и отправить хоть какую-то помощь. Так, у меня 2 хода до возможности строить улучшенные. Имеет смысл ангар? Ну, давайте, тут 25% к опыту будет. Плюс 3 это за счет вот этих стратегического ресурса и каменоломен. Ладно, давайте пока водяную мельницу. Когда следующие 2 хода, почему-то вот эта клетка, а не вот эта. Стоит на рост. Ладно. Он ацтеку объявил войну.
Отстэк предложение. Еще предложение. Где у меня тут скаут был? Удалю. Так, бомбарды объединяются. Корпуса. У нас там еще полевые пушки. Вот этих можно тоже объединить. Тоже объединю. Можно было раньше это, кстати, сделать. То содержание капает. Профит какой? Кабаны по мне. Он уже не стоит? Давно. Уже даже ходит несколько. В следующем году еще полетят. Что, научное баним и опять ученых? А какой смысл научный, если я сутерин научный? Ну а я не элитер. Можно плюс 100 религиозной гвоздку. Ну тут, ну, ученых забаним, а вот то действительно там одна научная ГГшка, Таруга. Чё-то Мали... Мали психанул. Не, вот гипс действительно надо... обработать. Так, в Барселоне откладываю, чтобы сразу бомбардировщик начать строить.
Карточку еще можно поставить на силу городов. Так, биржа Стройбуша с деньгами, все равно проблемы. Намного юнитов куплено, то мне приходится от... От скифа пришлось стоять, так. Так, в Кордове давайте... театралочку.
А тенью предложение. Я очень хотел бы тут дамбу разрушить, но надо сначала прокачать шпиона. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут найти прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!